Ну давай, дымоход. Дымоход. Давно я не смотрела дымоход, потому что какое-то перенасыщение было. Ну и посмотрим, тут у нас Кузьма, Юлик. Посмотрим. Они тут к нам вообще, блядь, у работяг, блядь, места отнимают ютубовские, блядь, а? Приходит это Собчак, блядь, у нее и так, блядь, миллионы, нахуй, блядь, президентом, блядь, хотел быть, блядь. По предвыборной кампании 2018 года меня прокинули на 15 миллионов. Все из-за того, что ты выкладываешь фотографии в купальниках? Хуже. О. Раздень меня чуть-чуть. Дымоход, я знаю ее. Дымоход, дымоход. Сегодня мы вновь в самом центре Москвы в поисках модных и стильных людей. Еще больше роликов на тему, сколько стоит шмот, ты найдешь на нашем втором канале Дымоходик. Ссылка в описании. Подписывайся на наши Инстаграм и ТикТок. Подпишись на мой личный канал Саши Великолепный, где, кстати, вышел ролик «Сколько стоит хата стримера Джова». И обязательно досмотри это видео. В конце тебя, как всегда, ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Погнали! Друзья, сейчас огромная шумиха, связанная с выходом новых айфонов. И пока все это обсуждают, это кто, я донатик? Хочу... Натаха, распись, пожалуйста. Да, распишусь. Ссылка удалена. Распишусь, ребят, на днях, только, пожалуйста, открывайте стеночки. Пожалуйста. Говорить о том, как же на этих технологиях можно заработать. Есть такие ребята из компании FTC, которые знают... Да что ж такое-то рекламу твою начали. Блогерка и модель. Она, короче, модель. У нее там весь Инстаграм вроде в купальниках раньше был. Не знаю, как сейчас. Слушай, у тебя целый миллион подписчиков. Уже стукнуло, да? Это все из-за того, что ты выкладываешь фотографии в купальниках? Хуже. Без. Это Ричмонд, я не знаю, Джей. А вот без купальников что-то я там не видела. Вроде фоточек интересненько. Джей Ричмонд или как штанцы мои школьные, я в них влезла. Я сейчас худею, потому что, ну, очень ну, правильно. Да, год был очень хороший, насыщенный. Много кушала. Богатый, да, много ела, ну, алкоголь и так далее. И я влезла в свои школьные штаны от Филипп Лайн. Сколько они стоят, не знаю. А, школьные штанишки Филипп Лайн за 35 тысяч? Знаешь такие? Это с брюликами? Да нет, это какие-то самые обычные, на день рождения подарил друг из Нью-Йорка. Куртка — это бренд Мистер и Миссис Итали, мой любимый бренд. Стоит сколько? 2600 евро. Сумка классика. Жанра, Дольче, но 7-6 тысяч рублей. Кольца, да. У тебя вон какие-то модные есть. А ну вот. Не, подожди, давай это, раздень меня чуть-чуть. Ну давай. Значит, что... вот дальше у меня Филипп Лайн. Показать прям боди? Ну давай. О, май. Ой, там сосок, ой, он это покрасился. Че за кольца у тебя? Сосок покрасился. Это помолвочная. От... Это такой бриллиант огромный. Да, спасибо одному очень хорошему человеку. Что за кольцо вот это? Это второе помолвочное твое? Это, блин, когда в ноликах путаешься, аж тяжело глаза сфокусировать. Не-не-не, это просто подарок. Просто подарок от Тиффани. Ты сейчас тоже в отношениях, раз у тебя помолвочное кольцо? Нет, это старое помолвочное. Просто я его ношу не на том пальце. Подожди, а сейчас? А вот на этом то, что пальца, это уже другое. А, то есть ты два помолвочных кольца носишь. Кого? Ты хочешь сказать, тебя три раза звали замуж? У меня предложение делали 5 раз. С кольцом, если. Ну, вот так. И сколько раз ты соглашалась? Все 5? Ну, чтобы кольцо забрать, нужно же да сказать. Лайв. Ни хрена себе. И сколько ты замужем была? 0. Всем привет, меня зовут Серега Ёлкин, я из Красноярска, Сибири. Приехали, кстати, в Москву на 3 суток. Мы приехали на концерт дискотеки 80-х. Блин, может быть, я выгляжу молодо, но я люблю старье. А сколько тебе лет? 31 год. Знаешь, я поражаюсь таким маленьким мелочам, что у нас очень много стало молодежи, которые, блин, такие классные модники. Не смешного. На самом деле, это очень большое, потому что в мое детство такого не было. Ёбаный старпёр, блядь. Ну, сейчас-то ты стал модником. Ну, как бы, знаешь, в нашей провинции, ну, вот на самом деле, как бы, это, ну, не принято, да?
ты выходишь, на тебя смотрят, такие думают, блядь, да по-любому ты какой-то гомосек, типа. А на самом деле ты просто модный чувак, просто вот и все. Шапка Валентина, 30 тысяч, куртка. Шапка 30 косарей! Шапка 30 косарей! Ё-моё! 20, сумка Louis Vuitton, бинбэк, вроде бы сотка. Часы Ван Джин 130, водолазка, я не помню, что-то 1005, джинсы Бенетон 1005, короче, кроссовки Валентина 1050, золото, как бы, это, ладно, как бы это все сделано было на заказ, колумбиевое золото, это Bulgari с бриллиантом. Татуировки у тебя еще красивые? Да, у меня, короче, рукава, шея, грудь сделана. Делал, короче, очень давно, короче, по малолетству, мне, наверное, было лет 17, короче, мы были бухие в говно, короче, пошли к друзьям, и, короче, говорю, слушай, я говорю, я хочу, чтобы было прям... Я не понимаю, он под чем-то или он больной просто? Круто. Он говорит, давайте сделаем, короче, на шее натуху. Я говорю, давай. Короче, начали делать, я понимаю, блядь, это адски больно. Я, короче, ну, уже было поздно, короче, уже, знаешь, останавливаться, но мы все равно их, короче, доделали. И у меня красивая шея. Поправь меня, если я не прав, у тебя еще зубы сделаны. Да. Сколько отдал? Короче, на самом деле, пока сделан только перед, у нас в Красноярске это стоит 500 000. Ты выглядишь, в принципе, как среднестатистический сибирский мужичок. У нас так в Сибири не одеваются, к сожалению. У нас одеваются очень серо. На самом деле, вот ваша золотая молодежка, вот московская, на самом деле, выглядит очень круто. Я смотрю, вот, кстати, знаешь, вот я когда сюда приехал, в Москву, пришел на площадь ЦУМа, думаю, господи, хоть бы вас увидеть. И тут вы стоите. Господи, какие же вы хорошие, можно тебя обнять, пожалуйста. Какие вы классные. Было такое, что сибирские мужички какие-нибудь не понимали этого и как-то докапывались до тебя? Нет, такого не было на самом деле, знаешь. Было как-то так все какой-то такой доброй стороны, потому что они подходили, если даже кто-то спрашивал, там, что-то у меня, знаешь, там, дай сигарету. Я им даю, ну, там, даю, когда раньше курил еще, то сиги, сейчас курю Айкос. А даю, блин, что-то как-то ты так как-то выглядишь странно. Ну, знаешь, так, как-то, короче, ну, это было не обидно. Просто как-то так говорили, знаешь, как-то реально, ну без обидцы было. Хотя, там, ну, были моменты, там, типа, пи***ас. Блять, обидно, сука. Было дело, ладно, не скрываю. Ну, а ты женат сам? Я не женат, у меня была девушка. Была девушка, мы встречались, когда сейчас я не в отношениях, я свободен. Да, ребята, я не в отношениях. Так сейчас это, смотри. Пишите. Все красные. Да, ребята, я не в отношениях. Да, ребята. Красноярские красавицы, которые сейчас смотрят, они такие думают, ага, напишу-ка я ему в директ. Пишите, я буду рад вам всем ответить, пишите, обязательно всем отвечу. Какую бы ты девушку хотел рядом с собой видеть? Маленькую. Может быть, чуть-чуть ниже. Маленькую. Для меня. С хорошим пучком и жопкой. Даже, знаешь, хоть я сам и парикмахер. Волосы. Он парикмахер? Это он на парикмахерстве такие бабки зарабатывает, чьяк? Губы, титьки и все остальное, чтобы у нее было все, ну, то есть при ней. Тебе твоя деятельность парикмахера позволяет так одеваться в бренды? Да, да. А сколько надо в Красноярске тебе вообще для комфортной жизни в месяц бабок? Ни хрена себе! Ну, я зарабатываю месяц где-то 250. Может, по мне видно, что уставший как суслик приехал сюда в город, чтобы пошопиться. Я работаю просто с утра до ночи. Я могу выйти с 7 утра, с 6 утра и поработать до 11 ночи, знаешь, на работе. Ебашить как сволочь, блять. Без продыха, без закуси. Приходит сейчас под Новый год, короче, клиенты, знаешь, уже короче, с шампанским уже. В Красноярске зарабатывает 250 кусков парикмахером. Я в шоке просто. Я уже, блядь, уже не вменяю, говорю, суки, блядь, говорю, заебали. Ну, уезжай, короче, я на выходные, короче, в Москву. А ты часто любишь, да, прибухнуть?
Да. Ну, я чувствую аромат. Текила, вкусная штука. А, понятно, он бухой, так, окей. Блять. Как зовут, сколько лет? Владимир Ворби, 14 лет. Владимир? Так серьезно? Владимир Владимирович. Ставки Гуч 65. Оля, какой Владимир Владимирович, добрый день. 5. А носки у тебя что, розового цвета? Да, они Adidas покупал в брендшопе, косарь стоили. Нормально, что они у тебя типа розовые? Ничего такого? Блядь, мне удобно, вообще офигенно. Пацаны во дворе нет, они шкварят? Я не во дворе живу. А где? Я в Москва-Сити. Джинсы Dolce & Gabbana покупал в ЦУМе. 1040 стоили, наверное. Новая Бэйб тоже стоила 1045. Барсетка стоила 47 тысяч. Потом Пухан ТНФ покупал тоже недавно, в Новый год. Спасибо, Дань. Почему? Пика-пика-пика. Почему я всегда так дергаюсь с этого доната? 6. Спасибо большое. Спасибо тебе еще за 333 рубля. 21к. Сколько к? К? 6к. Томми Хилфигер. Наушники Marshall, третья. Футболка Томми за 6к. Там последние 12к. У меня футболка Томми за 1500-2000, чисто по скидкам. За 6 тысяч я бы никогда не купила футболку Томми. У меня кофта со скидкой Томми стоит 5500. Тут футболка 6, блин. Не машешь? Ну, больше ресейл на ставках, думаю. Да. А так покупают родители все. Красава, слушай, ты прям молодой бизнесмен. Ну, я вообще еще с пацанами учусь в Шараге, в кадетском училище, в президентском. Что это значит? Ну, типа, я как военный на парады хожу. А, серьезно? Да. Маршируешь? Да. Ты вот промолвился, что в Москве-Сити живешь. Прям у тебя там квартира? Да. Как там? Не тяжело в этом каменном мегаполисе джунглей жить? Тяжело. Мы продаем. Бедненький. Господи, как жалко-то стало, ну. Мне вообще не нужна. Фигня. Очень как-то, как сказать, очень... как это называется? Ну, честно, как... Ни детских площадок тебе, ни ничего. Я вообще из другого города. Блин, откуда? Жалко. Я из Белгорода, это рядом с Украиной. Ага. Ну, я приехал в Москву вот, с 5 класса учусь, тут поступил. И живу один, приезжают родители иногда. В смысле один живешь? Что? Няньку нанимают, по-разному. Вот тут я всегда накосячил, ну, няньку. Ну, а родители там у тебя в Белгороде? Ну, и свой бизнес. Ну, понятно. Одежду мне покупают просто тоже родители, дедушка. Ну, у меня дедушка как глава семьи. Чем в свободное время занимаешься? Тусуюсь с друзьями. У меня мало выходных, вот только суббота и воскресенье. Так гуляем с друзьями, тусуемся и все. Подружка есть у тебя? Не, я холостяк пока что. Ищешь себе подружку. Юный холостяк Владимир Владимирович. Можно, конечно. Какие тебе девчонки нравятся? Главное, чтобы душа была хорошая. Ну и красота чуть-чуть там. Слушай, а если такая девчонка чуть-чуть будет там меркантильная, будет посягать на твое богатство, будешь с такой дружить? Не, мне такие не нужны, мне такие друзья не нужны. А если девчонка скажет, слушай, покорми меня там в ресторане, покормишь? Ну если... Дедушка-владелец Агробелогорья, чушь, пробил его, что ли? Будет все серьезно, то покормлю, ничего бы нет. Сколько ты вот так максимум за раз денег тратил? Подлям. Это, подожди, это на что можно подлям потратить? Покупал. А где ты это подлям эти деньги взял? Собирал, копил. У меня по-разному. Я было коплю, мне так сильно деньги не нужны для расходов. Дань, здорово! Здорово. Блин, сколько мы с тобой не виделись? Мы ж так давно друг друга знаем. Да, недели 3. Нет, ты что, забыл? Подожди, нет, ты вспомни. Я стоял на сцене, и парень из жюри назвал меня бездарной мразью, бесталантной. Мне тогда было 11 лет, и я минуты полторы без перерыва плакал. Ты про хайп-кэмп, да? Да, а ты сидел в очках Гуччи и безжалостно обзывал меня. Да, да, да. Даня, а сколько тебе сейчас лет? 24. Буффало-баффало, я не знаю, как правильно это. Первый раз вижу парня в Баффало. В кроссовках в этих. Я всегда думаю, что это только женские кроссовки, честно. Я вообще была уверена, что их даже на мужской размер не делают. Вот сейчас просто шок какой-то. Называется?
18 тысяч рублей. Носки Off-White. Купил у барыги за 5 косарей. Штаны Gucci. Я, честно, даже не помню, сколько стоит. Типа 1000 евро где-то. И вот этот костюм тоже Gucci. К нему еще шорты прилагались. Сеточку. Дышащий. Да, дышащий. Ну, где-то 1500 евро. Футболка Off-White купил в Лос-Анджелесе. 300, чуть меньше 300 долларов. Шарфик. Versace, у него тоже интересная история. В прошлом году мы купили такие шарфики втроем с друзьями. У нас такой был просто негласный клуб. Мы все общались с одной престарелой женщиной, Марией Ивановной. Ну, понимаешь? Мария Ивановна. Ну да, да, да. Гуф с ней очень хорошо знаком. Ясно. Да, да, да. Вот мы все привет, шарфики Володь. Купили. Цепочка Versace купил в Гуме за 70 тысяч рублей. Куртка Пола купил в сумме 65. Версачи Цацка купил за 25, тоже в Гуме. Версачи Цацка купил за 50 в Гуме. Потом зашел на Farfetch, это все стоит в два раза дешевле. Думаю, хорошо, я объебался. Сейчас ты перестал с Марией Ивановной общаться? Да, она почила. Но от Марии Ивановны не зарекаются, может, она вас крестнет однажды. Ну, знаешь, в Лос-Анджелесе все общаются с Марией Ивановной. Она такая популярная женщина, международная. Да, сейчас тебе что приносит основной доход, чтобы так стильно и дорого одеваться? Слушай, я сейчас снял сериал на 20 серий, прям большой, телевизионного качества. В этом сериале нет блогеров? Есть. Это первый сериал на YouTube с блогерами, не про блогеров. Раньше я занимался рекламой. Этим заниматься мне надоело, потому что, ну, с блогерами вообще работать очень нервно, сложно. Потом я очень неудачно поработал по предвыборной кампании 2018 года, меня прокинули на 15 миллионов. Подожди, а ты хочешь сказать, что кто-то из государственного аппарата мог обмануть тебя? Ну нет, меня обманули люди, которые работали с государственным аппаратом. Эй, дружище, ты что там делаешь? А я эти всякие... штучки ищу, которые обычно в Питере приезжают. О, так это канал «Дымоход». Ё-моё, ребята, как вы ловите людей? Они даже не подозревают об этом. Всем привет. Господа, это же мистер Энн, так? Мистер Энн, хранитель всех ключей, магистр ордена Мерлина. Мистер Энн все про всех знает. Ну или просто Кузьма Гридин, старый друг канала «Дымоход», который рад присутствовать здесь, хоть и не в самой ловкой ситуации вы меня выловили, да? Слушай, ну ты прямо в Москву приехал, мы тебя прям выловили, ты вот ночью уже уезжаешь. Да, у меня сейчас, короче, очень такое долгое путешествие по всей России. Я был... А что в Питере прячут? А я не знаю, что в Питере прячут. То же самое, что и везде, наверное. Норильске, потом поехал в Абакан, потом сейчас в Москве, и вот финальная точка нашего путешествия — это город Орел. Вот, мы снимаем очень большой клип, где задействовано просто огромное количество известных трэш-контентеров. Короче, это будет пушка, наверное. Вся банда уже снялась, кроме Юлика. И нам в комментариях несколько сотен раз точно написало, типа, блин, где Юлик? А у тебя есть, кстати, номер Юлика? Да, конечно, я сейчас хочу, чтобы не просто ты его увидел, я хочу, чтобы все наши зрители могли позвонить Юлику и сказать, что Юлик делает хорошие, качественные видео. Вот, Юлик, я рад тебя сказать. Давай реально ему позвоним. Давай позвоним, слушай, хорошая идея, а почему и нет? Я думаю, он очень обрадуется. Юлик, привет. Привет. Да, слушай, мы сейчас с каналом «Дымоход» тут стоим, вот. Ребята меня прям умоляли, чтобы я тебе позвонил. Можешь передать им привет? Всем привет. Да, Юлик, слушай, давай ты, чуя. Юлик, да, здорово. Ты единственный, кто еще у нас не снялся, и в комментариях тысячи раз уже писали по поводу того, где Юлик. Давай с тобой забьемся. Когда в следующий раз будем в Питере, обязательно тебя снимем. А? 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 Вы меня, конечно, прижали. Хорошо, хорошо. Если вы будете в Питере, я буду в этот момент в Питере, то давайте снимемся. Все, ребят, Юлик будет. Спасибо тебе. Все, хорошего тебе вечера. Спасибо. Да, Юлик, я приезжаю завтра, ты там помойся обязательно, все дела, не забудь. Никит, все, блокируй телефон. Юлик, мы еще на громко, я потом, все, давай. Блин, это было все в эфире, теперь все знают, что мы гнилые, все, давай. На мне в первую очередь Канада Гус, я его приобрел за, ну скажем так,
Полтинник она стоит? Не, побольше. Не 70? 75 тысяч, блядь, стоит куртка Канада Гус. Короче, футболки моей балдеж нету, она стирается сейчас. Но ребята из Весрэпа продают мой мерч. Приходите на Весрэп, Лиговский 64. Лучший, блядь, блогерский мерч. Покупайте мерч балдеж, конь за 500. Мерч Ховы покупайте, мерч Крэзи Магахелла, мы русские с нами бог. Приходите, будет балдежно. Так, ну штаны, в принципе, те же самые джинсы, что на мне были. Левайс, я не знаю, 1007-1008 они, наверное, стоят или около того. Зимние тапки. Тапки зимние, это Moncler. Серьезно? Moncler, да. Я не знаю тоже, что это за фирма. Я с женой ходил, она такая типа говорит. Ну вот эти считаются очень хорошие. Я решил себе купить. Они тоже не дешевые. Ну они такие, да, стоят 1040. Футболка Adidas, блять. Помимо балдежа и всех остальных футболок уважаю Адик. Но самая лучшая одежда, ну 2000 она стоит. Красавчик. Идеальная футболка. Носки Star Wars мне покупала их жена. Рублей за 700, наверное, в H&M. Вот. Я в них хожу, правда, несколько дней уже. Они такие, может, и ты... Пахнут. Ну, не пахнут, а скорее это ароматы себя истощают. Ты, кстати, вот сейчас сказал, я не знал, что у тебя жена есть. В смысле? Моя жена, Катюша, я тебя люблю больше всех на свете. Я рад, что я тебя встретил, рад, что побывал в твоем родном городе. Вот. Мы уже 8 лет вместе, блядь. Катя Мельник, бля, моя любимая. Короче, ты, получается, оказывается, такой каблучок. Я каблучок? Да ты чё, не, я... Девчонки, я, конечно же, никто Кате сейчас не рассказывает это, что мы сейчас говорим. Девчонки, я женат, конечно, но вы сами понимаете, блядь, этот самец, блядь, готов еще на очень многое. Есть несколько волосков отсутствует, но это родинки удалили, мне сказали, не будут волосы расти в этом месте. Но, девчонки, я прямо самый шикарный постельный, посмотрите на это. Отмацани. Что? Артур, спасибо тебе за косарь. Спасибо тебе большое за 1000 рублей. Не поняла сейчас подписку от Мацони, учитывая, что я с ним не общаюсь уже полгода, если ты не знал. Как бы, да. Но спасибо тебе огромное за такую поддержку. Спасибо. Спасибо, Артур. Почему? Сейчас смотри. А почему? Ты что, с Мацони не общаешься? Поссорились? Потому что, видимо, Мацони, прекрасный Тима Мацони, которого многие так любят, видимо, Мацони у нас за ЧС вышел и решил, что Наташа ему вообще как бы не подруга, и ему вообще нахрен не нужно это общение, и просто взял, вычеркнул меня из своей жизни, просто сказал, что мы больше не друзья, все. Конец. Этот человек упал в моих глазах. Все, друзья мои. И больше с Мацони я никак не контактировала, не общалась. А нет, я с ним контактировала на Игромире. Он подошел и сказал: «Привет». Все. Все, друзья мои. Спасибо. Просто, честно, очень устала от этого вопроса за последние полгода. Уже... Сил моих нет. Тело. Посмотрите, что я могу. Я сексом могу заниматься минут 10, бля, ребят. Вот если 10? Если я постараюсь, это будет 10 минут просто незабываемого, наверное. А ролик Собчак видел про гомосексуалистов, гомосексуалов, геев? Слушай, как их правильно называть? Я принципы, потому что я считаю, когда телевизионщики приходят на YouTube, они просто-напросто убивают нашу культуру, блядь. Потому что мы эту культуру... Все, теперь смотрите, все, теперь чат, вот просто чат, да? Давайте закроем сейчас тему про Тиму Мацони, хорошо, мы больше не будем ее обсуждать. Ну, крайне редко я кому-то еще отвечу на этот вопрос, если он будет очень много раз возникать. Если бы он захотел примириться, твоя реакция? Ну, как минимум, я бы потребовала бы от него объяснения, почему он со мной перестал общаться, типа, потому что я к нему очень хорошо относилась, я считала его реально своим другом, вот реально другом. Поэтому его поступок как бы совершенно не мужской, неправильный, не человеческий и для меня совершенно непонятный. Поэтому как-то так. Да, с Аликом я общаюсь, да. Поднимали нахуй с колен. У них и так заебись все на телеке. Нахуй они... Нахуй! Нахуй!
Нахуй они идут-то к нам вообще, блядь? У работяг, блядь, места отнимают ютубовские, блядь, а? Приходит это Собчак, блядь, у нее и так, блядь, миллионы, нахуй, блядь, он президентом, блядь, хотел быть, блядь. Приходит, отнимает, блядь, все места, нахуй, наш. Вообще, блядь, ненавижу, блядь. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Ботинки. Паоло Конте, 23 тысячи. Брюки. Российский шоурум. 10 тысяч рублей. Топ. Ну и брюки за 10 косарей. Российский бренд. 5000 рублей. Куртка. Российский шоурум. 25 тысяч рублей. Итого, общая стоимость лука Ани составляет 63 тысячи рублей. Победитель, кто первый дал правильный ответ, это ты. Я поздравляю тебя с Новым годом и отправляю тебе на телефон 10 тысяч рублей. А теперь новый розыгрыш. И сегодня, как всегда, мы разыграем 10 тысяч рублей на ваш телефон. И чтобы выиграть эти деньги, нужно выполнить всего лишь 3 простых условия. Первое. Быть подписанным на оба наших канала, Дымоход и Дымоходик. Ссылки в описании. Второе. Поставить лайк этому видео и прожать колокольчик. И третье, в комментариях под этим роликом указать общую стоимость лука нашего сегодняшнего гостя. Первый человек, кто даст правильный ответ и заберет деньги. Всем привет, меня зовут Шандор. Сегодня на мне кроссовки, штаны, файта, бежка, куртка. Всем пока.